Ух. Так, намечается еще одно миссия. Так умереть, сука, можно. СК пойдет. Можешь сказать, какие там здания, пожалуйста? Почитать, а мне не показывается, какие там, сколько количество зданий. 6 городов, 6 объектов. Отлично. Мне это прекрасно устраивает. Это просто чудесно. Затерянные души, если не ошибаюсь, там квот. Сейчас. Наблюдатель у нас теперь Сигимго. Не знаю, челик какой-то. Окей, так, я наблюдаю. Ларкас. Значит, Ларкас. Наверное, квот поставил или каким-нибудь винчик. Блин, толпа сидит, смотрит, короче. Ну и также победитель. Наблюдаю. Леонардо. Алина, давай чат. Там, конечно, Сигимго пиздеть будет посреди. Я, скорее всего, не буду читать. Я максимум, что прочитаю, это ГГ, и то не факт. Я не сразу дошло, что я сказал. Это было забавно, да. Окей, так. Так, все-таки Винчи выбирает он. Ну, тут в руках Ларкаса, тут уже все по... покрепче раза в два будет, чем Леонардо. Тут, скорее всего, он его посерьезнее как-то задавит. Ну, посмотрим, что будет на этой карте. А, все-таки Винчи, ясно. Пошли Винчи. Значит, разведчик пошел. Торговый первый. Сразу шахта. В разведку пошли и отряды. Кстати, где у нас там? Убираем. Туман. Два торговых по стандарту, что исследование. Так, где этот второй? Где-то вот он, второй летает. Подлетел в другую сторону. То есть Тимония уже куча. Леон, Тимония. И отряды, если что, ездят, бегают в то время, как у синего. Магические, два торговых. Достраивается. А чё у меня контрол не работает? А, я понял, чё у меня контрол не работает. Так, достроился, значит, последний шахтер. По идее, сейчас надо сюда строить. По идее, в то время у Ларкаса здесь один. Ну, чё, он пока еще не дошел? Ой. Он не дошел, но уже шахта строится. Где он, откуда он идет? Извините. Лагает. Это так не работает, ребят. Какие-то неполадки нам предоставили. Дайте поиграть, пожалуйста. Ну, сейчас перезайдем, ладно. Возможно, что перезапустится игра. Или его кикнет сейчас. Отключился. Продолжаем или заново? Продолжаем. Не, все хорошо. Пока что, если бы это произошло в середине драки, то может быть, да. Так, согласились продолжать, все отлично. Нет. Зато лагать перестал. О, мы его кикнули? Он сам вылетел. Отлично. Какой он молодец. Так, ну также по шахтам вопрос. По городу у нас что? Очень важно скоро построить дворцовый, но пока что четвертый район строится военный, нужно как бы кап населения какой-то, но шахта почему-то не строится, не набирается в ней Тимония, не строится шахтер, это вообще очень печально, очень-очень печально, в то время как у Ларкаса уже стоит вторая шахта. Фу, я заснул. А чё, у тебя какие-то проблемы там? У кого именно из нас? У скелетона. Или это не скелетон говорил? Нет, я просто уснул. Я ничего не делал какое-то количество секунд. Это очень плохо. Потому что у Ларкаса уже
второй город. У скелетона его нет. Что у скелетона вообще есть? У скелетона есть очень мало золота. Выкупать город 200. У него столько нету. Район не может построить. Ничего нету. Ну, конечно, шахта стоит пустая. Просто наипустейшая. 6 рудокопов уже должны быть здесь. Но не строятся отсюда, даже не строятся. Это говорит о том, что преимущество потеряно. Здесь, ну, ничего он уже не сможет сделать. Вот он пойдет сейчас на город, например. Да? Вот он идет на город. Он заберет его. Ах ты, зараза. Пропалил Ларкас. Уже знает, куда он идет. Ну, допустим, даже. Он и здесь стоит. Он и здесь уже видит, что он здесь. Знает, что он куда-то в другое место пойдет. Но в то время, пока это все происходит, надо было уже шахту построить. Вот пошел шахтер. Но шахты нету. Просто нету шахты. Очень мало тимония. Строит почему-то магический район. Что это ему даст? Ну, абсолютно ничего не даст. Шахтеры идут, ладно. В то время как у Ларкаса уже полные шахты. Две. И третья. Уже два шахтера на большой шахте. Уже столкновение пошло. Ну, синий здесь пока что как бы в состоянии отбиваться. Усиливает свою пехоту. Топчет. Неплохо так топчет. Под ускоренным движением. Очень хорошо топчет красных солдат. Винчи. Город пока он не забирает. Хотя еще немножко золота, и он сможет его выкупить. Нет, на что-то потратил. Скорее всего, на героя. Нет. Строит, значит, что-то. Строит сердцеедов. Вот. Ну, здесь шпиль. Почему-то сзади шахты. На шахте нет самой шахты, только шахтеры. Ну, куда-то спрятался Ларкас, у него еще даже героя нету. Нападает на город, на крайний. Этот город выкупил, подкопил золотишко, выкупил, забрал. И пошел в атаку на город. Сейчас он его заберет, хотя три отряда не так-то просто будет убить. Сердцееды убивают. В рукопашной схватке уничтожают сердцееда. А это большая потеря. Сердцееды при смерти. Ну так вот, как бы их и растопчет. Тут ладно, он заберет этот город. Но уже к этому городу двигается дождь. Двигается дождь. Прокачано облако токсичное. Есть возможность прокачать даже выстрел. Возможно, он вот он уже прокачивает. Так, что у нас там яма какая-то. Пошел ковчег. Стандартный выстрел в пехоту. Постройка все еще нейтральная. Не успел ее забрать. Если сейчас ее будут забирать Ларкас, то будет вообще все печально. Что там Ларкас исследует? Где вот эти штуки? Здесь у нас добыча, богатство. Бодрость, это на исцеление. Так, синий подходит. Ну, у него рукопашные бойцы. По герою нанесен выстрел лучом. Луч боли. Дождь атакует. Топчет всю пехоту очень спокойно. ХП много, второй уровень. Атака 7. 500. Так, здесь у нас Дакта. Первый уровень. Не прокачана эта херня. Вообще не прокачана. Это очень печально. Очень печально. В то время как здесь нету шахты. Нету шахты. Только одна шахта есть. Здесь ничего нету. На
на ресурсы, на кап ресурсов. Здесь у нас вот эта херня, стоят войска, бездействуют. Шахты у Ларкаса. Шахта фуловая раз, фуловая два. Уже где-то бур стоит. Уже ресурсы льются рекой. Здесь строится шахта. И уже в ней 4. Вот так. Ну и что можно сказать? Войска у синего слабые. Покупаются войска где-то в гробнице. Приходят эти стражи падшие. Ну и внушают страх. Внушают страх синему. Синий уходит. Город никак не забрать. У него только два города. Два города. Усыпальница. У Ларкаса 3. И этот может стать четвертым, если подтянуть сюда немного войск еще. Но все же преимуществ никаких особо нет. У красного в то же время есть и предательство. Преимущество военное. Может какой-то отряд забрать такой. Так, здесь включили вихрь. Дождь ушел благоразумно. Может еще войска призвать. Но они у него не прокачаны, всего лишь на первую ступеньку, там немножко, там, два отряда. Все-таки забирает город, третий город становится. Войска уже, ну, внушают скорпион, два сердцееда. И пошел в погоню, синий пошел в погоню. Дождь стоит себе, но дождь уже подбитый, может только кинуть облако. Самое полезное, что он может потоптать, он особо ничего не сможет, его загасит. Очень быстро загасит. Вот он кинул облако. Пехота начинает дохнуть. Ковчег еще здесь изматывание добавляет. Немножко так. Синий отступает. Нечего здесь делать. Три часовых очень неплохо смотрится. Теперь два. Здесь, кстати говоря, есть город. Здесь получается по 4 города могут противники иметь. Так, синий отступает. Часовые наделали делов. Здесь как бы остался уже один. Но у синего как бы что там, два сердцееда, даква. Но идут исследования уже. Какие-то действия идут. Здесь стоят отряды. Пока что нет у него этого, как он называется, дальней атаки. Стоят отряды, себе прозябают, так что не прокачано. Нужен тимоний, чтобы прокачать 125 тимония. Это нужно делать в первую очередь. Шахта стоит, в кои-то веки уже поставил он шахту. И сюда отправляет шахтеров. Хочет прокачать, очень хочет прокачать стеклянные стрелы. Это будет очень хорошим преимуществом пехоты. Но здесь какие-то движухи идут. Так, скоро будет тимоний у него. Еще немножко осталось. Он, скорее всего, в эту секунду смотрит. Опа! Точно, как я сказал. Исследование стеклянных стрел. Очень важная штука. Переломный момент в битве. Очень важный момент для Алина, для любого. Сейчас он уже будет очень мощным. Что он может? Купить это он не может. Золота столько нет. Здесь никто не нападает, но стоит дождь. Дождь себе спокойно забирает город. Может ли он забрать этот город? С этим торгует скелетон. Для него он стоит 600, но это тоже неподъемная сумма. Очень большая. Третью шахту. Так, разрабатывает шахты. Три полноценных у Ларкаса. Здесь уже никаких вопросов стоят. Казармы. Если Ларкасу забрать еще и это, он вполне может сделать. Эту постройку забрать. Она как бы и оборонительную. А пункт оборонительный будет неплохой. Но он ее пока не забирает. Что-то ходит дождь здесь. Скорее он может сейчас забрать.
мне кажется, может забрать эту постройку. Но пока не забирает. У него есть, значит, дворцовый район. Мимо нее проходит. Я думаю, в какой-то выгодный момент он может ее захватить. Значит, по прокачке. Тяжелый механический воин. Мушкетеры. Мушкетеры это вроде как... Нет, это первая пехота. То есть он ее не прокачал. Так, параллельно он идет. Видимо, как-то просекает он. Что у него здесь? Калькулятор стоит. Скважина телескопа что-то не вижу, где телескоп, может его и нету. Так, идет битва. Здесь у нас усыпальница, синий забирает, красный нападает, пошла пушка паровая, стоит крепость и стоит прекрасная статуя. Здесь можно наделать пехоты, неплохой опорный пункт, учитывая, что у синего нету осадной техники, нету стеклянных пушек. Спальница красная, синий ее захватывает. Ну тут войск нет у него никаких. Один герой. Он его сейчас может легко уничтожить, если вся эта пехота нападет. Но герой убегает. Герой убегает. Какие-то войска идут мимо. Может ли синий купить себе это? 323 неподъемная цена. А в то время как красный может купить. А, нет. Красный может вот эту ближнюю купить. За 73, но он пока этого не делает. Так, здесь у нас дож воюет. Дожа вихрь не задевает. Ковчег не исцеляет, но изматывает. Шагатель пошел. Неплохая штука такая. И атака неплохая, и топтание. Тем более, что дож его усиливает. Так, техническое преимущество, что-то он там призвать может. Так, пошли пушки шагателя. А, в защиту вызываются песчаные ужасы. Неплохая штука. Очень мощная. Здесь стоит небольшой отряд. Ну, небольшой, а такой, который уже может город захватить. Очень легко. У Ларкаса 4 города. У Скелетона 3 всего лишь. И какая-то битва невнятная здесь происходит. Ужасы уничтожаются. Но до того, как они успели уничтожить, они просто исчезли. Они появляются на некоторое время. Даква пытается атаковать. Защищать эту позицию, выходит из облака, сердцееда отдает, коробку отдает, уже ничего не поделаешь. Посмотрим, что он делает. Ничего он уже толком не сможет сделать, ну призвал немножко отрядов. Так, здесь захват города идет. Ларка захватывает, забрал одним пехотинцем. Все, город захватили. Капы понизились у синего, у Скелетона. Ну, как-то издалека пытаются шагатели добить, но тут смысла нету. Сильно большие отряды у Ларкаса. Мавзолей, улучшенная усыпальница. Призывает 4 отряда. Эти отряды неплохо так помогают. На большое время действуют. Пойдут сейчас на героя спокойно вперед. Атаковать все, что видят. Дож с лазером откатывается, 30 секунд есть луч, не прокачанный пока что, золота нет на это, скорпионы легко уничтожаются, но какой-то отпор все равно пока что дается. Так, здесь просто Скелетон сдается, все, здесь задавил, снизу город уничтожил, ну и все, победа за Ларкасом.